он немного отстает в росте от всех. И я хочу ему обрезать сегодня корни, полностью убрать. Хочу сформировать, чтобы он стоял на корнях. По ходу действия вы все поймете сами. Для этого что нам нужно? Нож, обработанный спиртом, ножницы, корица, корневин, ну и еще торф, кокосовый торф. Я уже заранее его размочила. Он должен не сильно влажный, то есть нужно его выжать от воды, отжать. Ну все, начнем. Посмотрим, что у него там с попой. То можно не будем ничего резать. Корневая у него не сильно такая прям хорошая, то есть в принципе не жалко здесь ничего обрезать, так что можно попробовать из него сделать красавца. Нужно вот край вот этой кромки срезать. Здесь будут расти корни. Вот здесь мы не будем допускать корнеобразования. Они будут вот здесь вот в попу. Теперь вот эту вот попу мы обмакиваем в корицу. Даем подсохнуть. Примерно в разных частях кокосовый субстракт, размоченный и отжатый, он должен такой быть, как бы не сильно влажный, и перемешиваем его с перлитом. На дно положили дренаж, ну здесь пенопласт у меня еще. Будем его садить на пенопласт. Так, устанавливаем пенопласт. Да, кстати, еще субстракт нужно вот так хорошо утрамбовать. Так, утрамбовать. Положим теперь. Так. Этот немножко у нас подсох. Теперь вот эту часть, откуда будут расти корешочки, мы обрабатываем корневином. Ставим его на пенопласт и засыпаем. Хорошо так утрамбовываем, чтобы он держался.
убираем все листья. Я корой грунт вот так вот, чтобы он не пересыхал. Он же немножко влажный. И чуть-чуть увлажним эту кору, чтобы она влагу по чуть-чуть отдавала. Прям чуть-чуть вот так. Смачиваем кору. Прям чуть-чуть. Все. Следующий полив будет через 7 дней. Также сверху по чуть-чуть. Ну, результат, я думаю, будет через 3 недели. Он должен дать корешочки. Я вам обязательно это сниму и покажу. Будем наблюдать, как растут корни вместе с вами. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки.